сюда кейс положим, пока что медицинский. Пусть кто-нибудь охереет, когда тут его найдет. Кажется, подвал они тут ушли. С-23. Но это не тот вообще. Не убил меня. Нет, 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 нет. Что ты делаешь? Я запасную не взял аптеку, поэтому давайте-ка заюзаем зеленку. А я и сурву не взял, да? А как я сурву мог не взять? Йоу. Тарек, на. Что ж, молодец. Что я могу сказать? 51-й, конечно же. Какой же еще левел будет с дробовиком сидеть, крысить? Здесь? Да. В спортзале. Какой-то вообще. Это вот он убивал. Вот она, МП-7 глушеная, которая там в коне стрелялась. Вот она и есть. Разгрузить тех, но вдруг ЦМС-ка была. Я думаю, вряд ли. ЦМС-ки обычно там не держат. Так. Блять, нога забаговалась. По два раза дамаг получаю. Что ты будешь делать? Как же больно! Да, он ходит медленно на первом этаже. Что, забайтить на хилку? Блин, капец, как больно бегать вот с выбитой ногой. А ведь еще многие пишут, типа, это фигня, надо еще типа сделать, чтобы еще было больнее бегать с такой ногой выбитой. Они вообще интересно играют в PvP, эти люди, которые такое пишут. Четырнадцатый. Понятно, что ты стоишь, не шевелишься. У нас, кстати, два типа бегают возле коней. Вы в курсе, чат?
Еще справа один бегает. Ёпки. У вас немного тут народу. Трое там. Чё? Бля, поторопился. Но он застрял в дверном проеме. Что я могу поделать, бля? Алло, сервер, блядь. Сервер. Кстати, хороший сервер. Забыл вам сказать. Чёрт. Она, не знаю, взорвется, может быть, сегодня хатап, не? Чувака. Понял тебя. Че, СВДшка в спине нарисовалась? Здорово. Поехали. Ой, блядь, не сдохнуть бы. Че там у меня по грудной клетке? 47, здорово. Все злющие просто люди, блин, какие-то. По-русски, бля! По-русски говори! На, по-русски тебе. Наслаждайся, друг. Сука, опять пизда кончилась. Чё так быстро? Прямо тут стоит, меня контролит. Так, Матроскин, блядь. Ты мне сургу принес, нет? Ах ты, блядь, ранен я! А-а-а, зацепи, гад!
А, так я тут их еще покрошил. Кроме всего этого. Ты не лечишь, блядь, лечись. Смотрите, он не лечит, я не знаю. Он просто не лечит, сука. Какого хрена? Он не лечит. Что, блядь, мне делать? Блять, еще и сервак лагает. Достань мне оружие, алло. Походу он этого типа залутал и свалил. А, он даже его не лутал. А, вот оно че, блять. Блять. Он просто вот сидит, типа, с руками вот так вперед. Видите, у него руки вот обе вперед. Просто зачем? Зачем доставать оружие? Так, тут вроде нормас. Давай, обезбол, обезбол. Тут гризли, кстати, все это время лежало. Может, гризли хотя бы эту ногу как-то залечит. Не, эта нога забагалась, блять, ее ничего не залечит. Так. Давай. Сейчас, короче, ищем обезбол. В срочном порядке просто. О, есть обезбол, все. Сейчас просто напрямик идем к шару тогда, блять. Но по-другому все, по-другому нам смерть просто. Остается только вот прямо взять курс на шар и просто идти к шару, короче, вот так. Фуф, капец, такой лагающий потный рейд. Ох, жесть. Оружие лагало, блядь, нога залагала, гранаты лагали, вообще все залагало, что только возможно, бля. Как я выбрался, вообще хер его знает. Евгений, здорово. Ё-моё, блин. Сколько я убил? 7 человек я убил. В голову троих, блядь. Найс. Еще один свалил ведь от меня челик. Ух. Нет, чат, если это не лайк, то я вообще хрен его знает, что это такое.
О. Нормально сидится там. Все в порядке. Хоть бы шевельнулся, как крысёк. Откуда такие красивые, интересно, нарисовались? Опа, кто-то кого-то там расстреливает в медичке, судя по всему. Так, давай, чини руку. В Дефендере, хо-хо! Нормально чел вообще, нет? Yeah. А так там боссы, что ли? Там боссы, видимо. Сейчас, погоди, чат. Сейчас мы туда сходим. Пум-пум. Давай так. Так. Да, господи. Из-за Дефендера инерция тела вообще другая у ЧВКшника. Ладно, хер с ним. Одна мышь. Зашивается, то есть стоит. Надо валить отсюда. Справа же еще один. Или это ботяра? Понятно. Закрывайся. Сейчас проверим. Убил пиромон этого молодого человека. С лики, кстати, с лики мы заберем. Билд Аксель. Или Алекс, Алекс, наверное. А вот и пиромон, кстати. Ну все туда. Да. Этот еще меньше с сумкой. Вообще ни у кого нет сумок нормальных. Сейчас белого коня, судя по всему, пришел.
9, это нам вообще не подойдет никуда. Так, так. Там канала. Я это сделал из нашей страны возможностей. Спасибо, Алис, за спонсорку. Добро пожаловать. Жалко, у меня сломалась оповещалка, которая о спонсорках оповещает. Спасибо. Спасибо за поддержку. И помнится, так и не ответил на вопрос, нарисовал ли ты лычки на 3-4 года, а их нет. Их там не предусмотрено. Где-то я это уже видел. Их двое. Сейчас меня по первому этажу может обойти. Если он умный, но он походу не умный. Да, они все еще оба там, они не умные. Но у них Сашка, блять, если она на 61-х, то это будет очень больно. Они двоих типов, походу, положили. Так. Сюда, получается. Я думаю, в стоячего он точно не будет стрелять. Да, тут они, короче, подрались, вот целая толпа. Ну, там тоже в голову ему залетело. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.